Сьогодні. Ти ж спіш і видиш, як би нам отомстити. Я отомщу. За маму, за сина, за годы, проведенные в тюрьме. Что ты задумала? Посмотришь. Теперь, когда я победил на выборах, Надя нам ничего не сможет сделать. Если я скоро не окажусь на воле, ты составишь мне компанию. «Безсмертник. Рай там, де ти». Сьогодні рівно о 18:00 на каналі «Україна».